Начнем с обратно. И также бонусом я сделал регистрацию в проекте Easy Busy. Это совершенно новый проект, образовательный проект, в котором можно получить очень много обучающих материалов, построить какой-то даже пассивный доход, то есть за счет того, что будут люди приходить по вашей рекомендации в этот проект. И давайте я вам покажу немножко, что это за проект. То есть здесь на продающем сайте есть ссылочка на этот проект, подробная информация. Вот такую страницу я вам тоже дам. Это страница, которая именно привлекает клиентов. То есть здесь все ссылочки можно будет уже свои поставить. Вот, и в дальнейшем уже можно будет привлекать клиентов на такую страницу, и они будут регистрироваться под вами, и вы будете уже иметь с них какой-то доход. Вот, а так в проекте есть раздел вебинары, и здесь можно получить очень хорошее образование, именно даже на тарифе Basic, который я вам даю. Он стоит 0,021 биткоина, то есть я вам даю бесплатный доступ в этот проект. Здесь вы можете получать обучение по Network Marketing, Internet Marketing, психология, финансовая грамотность, лингвистика, Easy Business, личная продуктивность и криптоэкономика. То есть заходим в какой-то любой раздел. Здесь есть уже готовые уроки. То есть какой-то урок мы открываем. И сюда заходим. Несколько лекций. То есть можно посмотреть очень интересные уроки. Спикеры хорошие здесь все собрались. То есть в дальнейшем будет еще больше уроков появляться здесь. Вот, ну и более подробную информацию можем, в принципе, посмотреть на презентации. Переходим, возвращаемся обратно. То есть здесь я показал, как вам зарегистрироваться в проекте, как сделать пароль, то есть написать мне ВКонтакте, что вы зарегистрировались в проекте. То есть я вам переведу вот эту вот сумму на ваш счет, и вы активируете пакет Basic и сможете уже получать образование в этом проекте. То есть здесь подробная инструкция, сервис для генерации пароля. Бывает, возникают проблемы с паролями при регистрации. Вот здесь есть специальный сервис, где можно будет сгенерировать пароль, сохранить его себе и, то есть, уже в дальнейшем зарегистрироваться нормально все и пользоваться этим проектом. Все, нажимаем так, пройти все.